Это сохранившееся архитектурное сооружение раннезолотоордынского периода. С большого, восстановленного минарета мечети открывается прекрасный вид на городище, безбрежное пространство Волги с зелеными лугами и перелесками. Пройдя от соборной мечети на запад, вы сможете попасть к памятному знаку, где представлен самый большой в мире печатный Коран, и далее к музею болгарской цивилизации.